Сегодня в Конаково у нас проходит соревнование, посвященное памяти мастеру спорта СССР Александру Лебедеву. Вот, в этом году это открытие, первый этап чемпионата Тверской области по мотокроссу. Постарались сделать максимально трассу хорошо. Спасибо неравнодушным любителям мотоциклетного спорта. Также администрация помогла. Дмитрию Огорскому агрохолдингу большое спасибо за то, что предоставили технику. Также хотел отметить Сальникова Дмитрия Николаевича, который, в принципе, и все вот это вот захотел возродить и, можно сказать, уговорил меня, слышь, заняться мотокроссом, восстановлением мотокросса. Я приехал из Твери, занимаюсь 8 лет, меня зовут Макар. Вот приехал на гонку посоревноваться с другими мотокроссменами. В мотоспорте мне нравится красота, красиво прыгать. И еще он мужественный, нужна сила мужская. Ну так я приехал первый в заезде, 65. Первым. Сейчас будет второй заезд и попытаюсь тоже приехать первым. И вот с 1975 года, как с армии пришел, к Яковлеву сел на коляску, на коляске выступал. Потом Яковлев завершил, сел за руль, и вот с 1980 года с руля не вылазил. Чемпион России был неоднократно. Мастер спорта выполнил. Вот до сих пор гоняю. Вот в том году маленько подлазили, а в этом году отлично сделали. И виражи, и широкие. Даже все, вот кто приехали, все... Это Тверский восторг. Сегодня у нас присутствуют Тверь, Дубна, Нелидово, Ярославль, Москва, причем с разных регионов Москвы. Поэтому будем рады каждый год здесь видеть новых и новых спортсменов и не забывать про старых, которые ежегодно приезжают к нам.